И вот это наши первые кадры, которые пришли к нам в 90-м году. Более 20 лет как не бывало. Улыбки, радость встречи и все тот же задор в глазах. Они снова вместе. Это первые выпускники факультета физической культуры и спорта Тольяттинского филиала Самарского государственного педагогического университета, который впоследствии и стал Институтом физической культуры и спорта ТГУ. Как вспоминают сегодня, поступить в 1990 году в институт было сложно, практически невозможно. Конкурс 5 человек на место. Многие по-прежнему верны спорту. Среди них тренеры, преподаватели физической культуры, руководители спорткомплексов. Институт они называют своей семьей. База, которую дали преподаватели, до сих пор помогает и в жизни, и в профессии. И самое главное, за что первый выпуск до сих пор безмерно благодарен своим преподавателям институту – за то, что дали профессию. Да, огромное спасибо всем преподавателям, кто учил нас столько лет всему, не только, в частности, теории там и практики, но еще и жизненным вопросам всяким, да, вот. Как бы сразу, конечно, не удалось мне по профессии устроиться, работать, но сейчас так сложилась судьба, да, я как бы работаю тренером-преподавателем в Академии футбола имени Юрия Коноплева. И на данный момент очень помогает все те знания, помогают, и вспоминаешь многое, чему учили, очень помогает сейчас в данной работе. Процветание побольше, конечно, адекватных, позитивных молодых людей, которые бы шли не только за дипломом, а вот именно стоит именно целью, что они нужны любому человеку, который подойдет и у них попросит советы. Хочу сказать огромное спасибо с огромным уважением и благодарностью ко всем преподавателям, которые во мне лично заложили, ну, наверное, основную базу. И как тренера, и как преподавателя, и как педагога, и как мамы. Потому что такие преподаватели, как у нас были, ну, это правда было чудно. Они научили нас всему. И спортивным дисциплинам, и бесподобная педагогика, психология физического и дошкольного воспитания. Психология высокого спорта. То есть это было сначала как азбука, от А до Я.